Агитационная кампания по выборам в Госдуму началась. Стартовала она 20 августа и завершится 16 сентября в 24:00. Это самая активная фаза избирательной кампании, когда претенденты на депутатские мандаты могут озвучивать свои предложения, обращаясь к максимально широкой аудитории. По телевидению, в радиоэфире и на страницах периодических изданий. До 27 августа партии должны опубликовать свои предвыборные программы, и закон позволяет сделать это как раз в рамках печатных площадей, предоставляемых в СМИ бесплатно. Из 77 партий, которые официально зарегистрированы в стране, только 14 могут участвовать в выборах без прохождения муниципального фильтра. Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе. Половина депутатов будут избираться по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.